Экология в приоритете. Губернатор Югры Наталья Комарова посетила предприятие «Сибура» в Нижневартовске. Дело в том, что столица Самотлора – опорный город для газопереработки в Западной Сибири. Здесь находится центр управления газоперерабатывающими мощностями и инфраструктура компании. В декабре прошлого года здесь запустили новую установку по очистке углеводородного конденсата на Белозерном ГПЗ. Она предназначена для очистки углеводородного конденсата от воды, механических примесей, серосодержащих соединений. Реализация инвестиционного проекта позволит получить не только экономический, но и экологический эффект. Это вот в разряде таких проектов, которые работают на достижение целей по сохранению окружающей среды. Вот. Еще на что обратил внимание, готовясь к нашей встрече, что среди приоритетов организации все-таки ориентация на специфику нефтехимической отрасли в целом и отдельных производств, что имеет большое значение как ответы на запросы потребителей, очень важно, да, сейчас максимально интересно быть на рынке.